Вашингтон отправит 250 военных в Сирию, чтобы усилить борьбу с группировкой «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе и в России. Об этом заявил президент Барак Обама на выступлении в немецком Ганновере. Таким образом, число представителей американской армии там возрастет до 300 человек. В командировку отправятся спецназовцы, разведчики, медики и специалисты по тыловому обеспечению. Они должны заняться обучением местных силовиков. Однако, по информации газеты Wall Street Journal, основной задачей отправляемого в Сирию подкрепления станет вовлечение в борьбу против террористов жителей суннитов, чтобы захватить главный оплот боевиков, город Ракку. При этом участие самих американских военных боевых действий не предусматривается.